Группа рэпера и продюсера Потапа стала участником на Atlas Weekend и выступали после перформанса Тин и Кароль. На вопрос журналистов, как они относятся к тому, что хедлайнерами на этом фестивале стали не они, на что Потап ответил: «Мы никогда почти не бываем хедлайнерами, и нам все равно, каким номером выступать». А на вопрос журналиста, а Тина Кароль, Потап ответил: «Мы не знаем, кто». Мы ніколи не буваємо майже хедлайнерами. А Тина Кароль? Мы не знаем, кто это. Другие участники группы «Мозги» подхватили шутку Потапа и начали рифмовать имя Тины: Карантина, Каральтина, Буратино. Ребята, на один день выпал из шоу-бизнеса, и уже Потап успел поссориться с Тиной Кароль. Ох, вообще, что происходит в этом шоу-бизнесе без меня там? Саму Кароль эта шутка не порадовала, о чем стало видно из ее постов в сторис. Она разместила кадры с этого интервью и подписала: «Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы – полная противоположность действительности». Интересно, что вскоре Тина удалила пост с надписью «Почему стыдно мне?». А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.